Привет, друзья! Это снова Кузнецов Сергей, и это вторая часть ролика о нашем путешествии в Крым на автомобиле 2019. Доброе утро! И доброе утро, конечно же, начинается с хорошего завтрака в Москве, в Подмосковье, извиняюсь. Обогнули мы Москву ночью и заночевали. Приятного аппетита! Тебе тоже приятно. Спасибо, Ксения Сергеевна. Итак, друзья, покидаем отель под названием просто мотель-гостиница, Wi-Fi, домашняя кухня, автозапчасти, да, ну и все остальное. И двигаемся вон в ту сторону, в сторону Ростова-на-Дону, Краснодарского края. Похоже, дождик мы везем с собой. Потому как мы его обогнали в какой-то момент, было тепло, солнечно, вблизи Москвы. И теперь дождь летал всю ночь. И вот в сторону Ростова-на-Дону пока что, в сторону пока что Воронежа. Непроглядная пока что мрачнота. Поехали, смотрим дальше, что будет происходить. А тут маленькая кнопочка есть. Я хорошо иметь работящую жену. Весь дом построила мне. Я гвозди только успеваю подавать. Тут его как раз нет, не видно. Храм Иверской иконы Божьей Матери. Дождь, дождь, дождь. Всю ночь был. Догнал нас дождь. Догнал, догнал, догнал. А так хочется юга и тепла. Трасса Дон. Едем в сторону города Ефремов. Проезжаем Тульскую область, Липецкую область, Воронежскую область и стремимся в Ростовскую область. Километраж намного больше, конечно же, теперь по трассе Дон, нежели раньше, когда мы ездили через дружественную Украину. Но учитывая, что теперь можно проехать с большей скоростью, трасса все-таки четырехполосная, а не двух, как говорит мой друг Коля Головкин, ну, к сожалению, друзья, вы его не знаете, ну, он отзывался по трассе Дон, тысячи километров ничем не примечательные дороги. Ну, я не согласен, друзья. Вот все-таки есть что посмотреть. Может быть, конечно, не так много на такой огромный километраж, но все-таки чувствуется и изменение климата, и ландшафт меняется. Я с удовольствием езжу по этой трассе уже не в первый раз. Мне очень нравится. Заправка вот такая. Это не туалет. А что? Это историческая несправедливость. Ну вот историческая несправедливость, супруга говорит. Но бензин недорогой, мне это очень понравилось. Ну вот пункты оплаты.
есть и плюс в них. Ну, какой-то минус, как-то вроде не хочется платить, вроде как-то платишь за дороги, как-то, наверное, для сельского человека, для череповецкого непривычно и как-то немножко коробит. Но если эти деньги идут именно на содержание дороги, то почему бы и нет? Оплата. 110 рублей. Доставай мне, ну, как грабеж. Здесь белое дня. О, едь по бесплатно, бесплатная такая. По спиральке такая дорожка. Как специально. Вокруг, прямой нет, дороги. Да. Вьюнок такой вьюнок построили. Такой сделали такой специально. Хочешь бесплатно, так едь, так-то наш еще там. Вот так бы еще как-нибудь, знаешь, там. Найти дорогу называется. Там три двери. Спасатели. Есть болото, можешь через болото пойти. Знаешь, куда, ну как, прямо пойдешь там, это потеряешь там. Прямо пойдешь, продвеску отставишь, направо гаишников до хера. Налево так там вообще ни дорог, ничего нет. Лес. Выбирай, бесплатно зато. Пожалуйста, проезжай. Единственное, что дороговато, многовато, конечно, это все. А в объезд поедешь, там, я думаю, можно и права потерять, доблестным инспекторам оставить. И скорость будет меньше. Это знаешь, по бесплатной поедешь, зато там гаишников накажут, шагу еще больше там штрафуют, там ограничения, это значит, ловушки стоят. На самом деле, не совсем как-то понятно, как сделана дорога, то есть каким-то вьюном просто бесплатная трасса идет, а платная прямо. То есть специально это сделано или нет? Случайно? Непонятно. Понятно мне, зачем фонари горят. Ну, да, ошиблась эта система, конечно. При каждой остановке проверяю машину, не отвалилось ничего. На самом деле, от большой скорости на трассе начинают всякие наклейки, все это отваливаться. У меня эмблемка отвалилась с носа машины, но я ее подобрал вовремя и убрал. Ждали лето, вот оно лето, плюс 28 градусов. У нас в этом году в Череповце такой температуры вообще не было. Ну, ехать, конечно, в жару нам и непривычно, и тяжеловато. Хоть кондиционер включаем, как-то все равно некомфортно чувствуется, что на машину напряжение. Все горячее кругом. По всей видимости, в Ростовской области уже едем. До Ростова-на-Дону где-то порядка 200 километров. Может еще и Воронежской области. Камера на 90-800 метров. В зоне действия радара. Камер нет. Тепло уже, жарко даже. Нам, северным людям. Очень бы хотелось бы завтра приехать на место. Очень бы хотелось. Но неизвестно. Да, вам доступно давно. Покажи. 233. Инспектора ГИБДД, я скажу, ребята, в Ростовской области все-таки нагловатые. И это не красит инспекторов. Вот, кстати, хочу похвалить наших вологодских. Все-таки как-то остановят и на «вы» с тобой, и представятся. То есть все по форме, все как должно быть. В Ростовской области меня тормознули, отругали ни за что. Говорит, машина у вас грязная, на «ты» со мной общался, инспектор. Говорит, уверенно надо, говорит, ездить. Здесь трасса у нас. Неуверенная у вас езда. А сказал это он из-за того, что он мне жезлом показывает обочину.
оранжевую, пересекай, типа, прислоняйся. Я не останавливался. Остановился перед ней. Я ему говорю, я туда встану, вы меня сфоткаете и оштрафуете. Он тут давай меня ругать, пихать. Не знаю. Впереди будет Батайское кольцо, друзья. Ты куда? На Батайском кольце нас не тормозили, но я покажу, как мы его проехали. Многие его опасаются, действительно, многих там тормозят и штрафы рисуют различные. Все это, конечно, неприятно, друзья. Ничего там такого экстремального на этом Батайском кольце нету, и за что можно так сильно штрафовать людей. Что, курица понравилась? Все-таки должно быть адекватно наказание. Адекватно нарушение. Ближе к Ростову-на-Дону нашли мы ночлег. Ночлег неплохой. Гостиничка, но небольшая, конечно, но приятная. А у пацанов вблизи этой гостиницы под номер сделана даже смотровая будка парковочной площадки. Платная парковка там была, и у них была будка. И теперь она тоже сделана как отдельный номер. Так меня тоже. Тебя снимают, мам. Доехали до Ростова-на-Дону. Сняли тут номерок. Но номерок двухместный. Хотя с удобствами. С удобствами с такими. Кондиционер, телевизор. Так, все. Более-менее есть. Ну, номерок маленький. И двухместный. У нас-то трое. И вот думали, как нам спать. Думали сначала, что папа будет на полу спать. Но раз папа водитель, решили... Не решили, вернее, мама решила в героиню поиграть. Сказала, что она будет спать на полу. Но папа не мог позволить маме спать на полу одной. Да. А вдвоем тут места на полу слишком было мало. Маленький кисенок на полу тоже отказался спать. Если честно, я-то реально на полу могу спать. Так я реально могу. И вот решили, короче, вот так вот кроватки сдвинуть. И вот я вот. Давай ложись. Ага. И решили, что вот так вот будет максимально удобно. Опа! Папа вот здесь вот в дырке. Вот так вот. Нормально. Лапшу тебе заварить. Лайфхак. Как лечь втроем на две кровати. А, ну да, кстати. Кстати, между прочим, лайфхак. Да, только шорты надень, снимайся. Итак, друзья, так прошел наш второй день путешествия. Спасибо, что смотрите мои ролики. Переключайте сразу на третий день. Там дальше будет намного интереснее. Меня зовут Кузнецов Сергей. Канал «Опыт чудака». Я верю, что все будет хорошо. Ну, по крайней мере, когда-нибудь, друзья.